Ускоритель я включал где-то здесь, кажется. А ну-ка, сейчас проверим. Да, вот здесь, вот здесь. Ой-ой-ой-ой, давай, давай. Давай, вот здесь, вот, ускоритель. Смотри, лети, 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 лети. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, бензин закончился, ускоритель тоже. Немножко не в этом месте, но да ладно. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы начинаем, продолжаем играть в игру про зомбаков, машинки и зомби. У нас есть немного денег, и мы давай купим, знаешь что? Мы купим противовес, да? Развесовка, чтобы нам таранить максимально много зомбаков. Да не только зомбаков, но всякие ящики, потому что они нам мешают проехать вперед. А мы достаточно хорошо едем. Ой, здесь смотри, видишь, проблема какая, в которую я постоянно врезаюсь. Это вот кто придумал здесь такой тоннель? А, ну елки-палки. Да, полностью мы потратили ускоритель. Но зато будет интересно, куда мы сможем проехать. Сможем ли проехать до той точки, до которой вот мы и останавливались. Интересно, интересно. Не знаю. Ну, развесовку-то мы купили. Почему мы не можем эти ящики-то раскидать-то, а? Алло, машинка. А ну давай, едь нормально. Все, раскидывай, раскидывай. Вот так, хорошо, молодец. Давай, едь вперед. Раскидывай зомби и ящики. Вот это место нехорошее, мне не нравится. Да ё-моё, что здесь у нас этот самый бензин закончится. Ёлки-палки. Неожиданно. Неожиданно, конечно, я не ожидал. А, денег вообще мало, что ж купить-то, а? Ну давай еще купим эту развесовку. Давай. Попробуем. Посмотрим. В этот раз, куда мы проедем. А ну-ка, где мне нужно аккуратненько ехать? Вот здесь. А, вот эту канитель мы проезжаем, и нужно нам ехать аккуратно. В смысле? Давай перезагрузим. Сначала. Едем. И здесь, короче, знаешь что? Здесь я подпрыгну. Здесь я проеду и пропрыгну. Вот здесь я проезжаю туннель и увеличиваю. О, нифига. Давай заново. Давай в гараж идем. Что у нас здесь? А, ничего не можем. Ладно, едем дальше, давай. Ой, 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 ой. Вообще, давай едь, машиночка наша. Давай вперед. Да, конечно. Этот уровень у нас очень интересный. Ну, знаешь что? Просто тупо нам нужно зарабатывать деньги. И покупать, естественно, колеса, двигатель. Не знаю, броню увеличивать на максималку. Что еще там? Ускоритель на максимум. Видишь, кончился ускоритель. Ничего не можно, ничего не могу сделать. Вот. И после этого только мы можем что-то из себя представлять, как машинка, которая будет бороться против зомбаков. А так, она уже, смотри, у тебя дымится вся. Машина задымилась. Она едет аккуратно, но дымиться стала уже сейчас. Бенз заканчивается, что ж делать-то? Все, бензик закончился, едем назад в гараж. А мы можем купить колеса. А мы их и купим, улучшим. Во, смотри, какие мощные колесики, едем дальше. Хорошо, с такими-то колесами мы все проедем, мы везде проедем, проскочим. Проедемся и по зомбакам. И вот здесь, может быть, увеличим тягу и поднимемся наверх. Поднялись. Но это нам особо ничего роли не сыграло. Но все равно. Ох, отлетел. Сейчас отлетит. Блин, у нас отлетел автомат, хотя было 4 патрона там. К сожалению, даже так бывает. Оп. А ну что у нас с ускорением? А-а-а, смотри, здесь-то я не проеду. Едем дальше. О, давай ускоряемся. Опля, ускоритель закончился. Да, машинка-бедолажка наша. Давай, едь вперед, едь, едь, едь. У нас все получится, все будет хорошо. Вот, вот здесь главное проехать, вот это вот место нехорошее. Да, давай, давай. Ну, колесики-то у нас же мощные. Что ж, давай. Наверное, все-таки у нас слабый двигатель, ребята. Коль мы не можем здесь проехать, и нам очень так тяжело. Скорее всего, слабый двигатель. Надо прокачивать двигатель. Да, видишь, и бензин закончился. 11 тысяч нам дали. Что мы можем купить? Ну, давай коробку передач купим. Что ж, едем дальше. Надо бензин все-таки, бензин прокачивать до максимума. А там уже смотреть, что нужно будет еще нашей машинке. Вот здесь, смотри, хорошенечко вписались, мы проехали, хорошо.
Едем дальше. Ой, прям отлично. Давай наверх заедем, хорошо. Вот, и здесь, в принципе, у нас все нормально. Так, поехали, поехали, поехали. Эти контейнеры сейчас будут. Сейчас посмотрим, как мы по контейнерам проедем. Коробка передач-то у нас улучшена. Скорость-то у нас позволяет нашему автомобильчику ехать быстро. Давай, давай, давай. И вот, поехали. Контейнеры. Так, раз, контейнер, два, три, четыре, пять. Давай, давай. Но все равно надо двигатель улучшать. Двигатель. Вот, едем. Смотри. Раньше мы до сюда очень тяжело доезжали, а сейчас вот спокойно, нормально. Доедем мы до бензобака второго или нет? Ну, видишь. Ой, врезали. Смотри, какая фигня. Что происходит? Ты видел? Да. Очень нехорошо. Опа, 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 опа. Нифига, 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 нифига. Нормально, нормально, нормально. Блин, ты понял? Ты понял? Офигеть, мы чуть не проехали. Надо увеличивать ускоритель. Да-да-да. Едем дальше. Прям нормально, я в конце прям дал жару, а. Офигеть. Сама игрушка, наверное, просто офигела от того, как я чуть не проехал весь путь. Ага. Вон как надо. Хитро поступать. Видишь, бампером я зацепляюсь за всякие вот неровности, вот эти вот. Всякую фигню понастроили, что тяжело очень ехать в такой маленькой машинке. О, ой, не доехал, не долетел, ладненько. Ничего страшного, абсолютно. Зомбаки мешают, постоянно прыгают то слева, то справа, то сбоку, то сверху. Во, во, вот здесь ускоритель нужен. И ускорителя у нас еще много. Так, а ну-ка, я уже не помню, в каком моменте я начал включать этот ускоритель. Где-то откуда-то мы летели. Я прям его включил на максимум, и мы летели очень нормально. А, вот здесь, наверное, да. Ох ты, ё-моё, врезался. Как обидно. Как обидно всё-таки, а. Врезался в эту канитель. Ах, всё, тачка сдохла. Бензин закончился. Давай купим бензобак, да? Отлично, спасибо. С бензобаком мы можем проехать дальше. И нам это как раз и нужно. Нам нужно проехать немножко дальше, и мы проедем. Давай, машинка. Хорошо, мы на тебя надеемся, что ты сможешь, что ты проедешь. Давай, давай, давай. Хорошо. В принципе, я запомнил, где тебя ускорять. И, возможно, мы сегодня и доедем. Ой, давай, давай, давай. Отлично. О, ускоримся чуть-чуть совсем. Совсем немножко можно ускориться. Давай, давай, давай. О, вот здесь мы тоже применим наш ускоритель. Все, но ускорителя совсем мало осталось, поэтому пока ускоритель не трогаем больше. Попали мы в этот туннель, случайно упали. Ах ты гад, смотри, что бежит, а. Иди нафиг. Вот здесь надо аккуратненько. О, поехали, поехали, поехали. О, ускоритель закончится, ничего страшного. Можно схватить бензинчика. О, бензина много, в принципе, смотри. Давай, 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 давай. Идите нафиг, зомбаки. Мне чуть-чуть доехать-то надо, а? Не мешайте мне, пожалуйста. Есть! Прям с зомбаками я доехал до бензоколоночки. Отлично. И, естественно, я на финишной прямой буду. Так, продвигаемся. Смотри, какой крюк мы делаем, а, потихонечку. Что ж, денег у нас, в принципе, не сильно и много. Давай так проедем, посмотрим, что нам ожидать от этой трассы. Мне интересно. Посмотрим, посмотрим, что ожидать нам от этой трассы. Так. Ух ты! Смотри, какая фигня, яма. Как она нам замедляет наш проезд, а? Вроде бы бензинчика немного, но сейчас посмотрим, докуда мы проедем. Докуда наша машинка проедет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Едем, едем. О, тоннель. Опять такой не очень хороший въезд в тоннель. Опять перекрестие, как было в прошлой серии. Так, спускаемся вниз. Смотрим, сколько у нас бензина. А, ну у нас бензина уже практически мало осталось. Едем, смотрим. Да, и закончился, смотри, бензин закончился. Включаем ускоритель. Еее, смотри. Офигеть, смотри, как мы проехали много с помощью ускорителя. Заработали 18 тысяч. Это очень мало, 18 тысяч, вообще ни о чем. Давай купим тогда, знаешь что? Бензик. И 19 тысяч мы купим ускоритель, да. Да, здесь чисто походу в этой серии нужно на ускоритель ехать, потому что ускорителя можно здесь очень много купить. Хорошо.
Видишь, у нас есть автомат, который мы, с помощью которого мы расстреливаем зомбаков. Они нам, в принципе, не страшны. А я не помню, можно ли колеса улучшить? Сейчас я посмотрю. Зайдем в меню, потом посмотрим. Можно ли улучшить колеса? Если можно, то мы и колеса улучшим. С колесами будет большими. Здесь как раз удобнее ехать. Потому что здесь много вот этих коробок, и они станут нам мелкими. С большими-то колесами. И надо бы вспомнить, где я включал ускоритель, мне интересно. А ускоритель я включал где-то здесь, кажется. А ну-ка, сейчас проверим. Да, вот здесь, вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай. Давай, вот здесь, вот ускоритель. Смотри, лети-лети-лети-лети. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, бензин закончился, ускоритель тоже. Немножко не в этом месте, но да ладно. Ага, денежек у нас есть. Давай купим бензик. Хорошо. Все, едем дальше. С бензиком-то мы далеко проедем. А, про колеса-то я забыл совсем, ребята. Я же хотел колеса улучшить, ну ничего страшного. Я как увидел, посмотрел как на бензик, и сразу у меня глаза загорелись, и я захотел купить бензик, чтобы нам проехать еще дальше, чтобы мы, может быть, доехали, наконец-то, до финиша. Ну, ладненько, сейчас тогда мы зайдем и колеса купим более мощные. Всего хочется же, всего хочется, и вообще я хотел бы купить какой-нибудь... Броню, наверное, броню еще куплю. Потому что броня разлетается. Опа, видишь? Хотел прыгнуть наш зомбарь там. Мы как ускорились. Вот, вот здесь ускоряться надо, я вспомнил. Вот-вот-вот-вот, летим, 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 летим. Опа, еще чуть-чуть. Есть, ускоритель закончился, но мы еще едем. У нас еще есть бензин. Замечательно. Может быть, доедем? Доедем, не доедем. Нет, бензин закончился. Да ё-моё, мы получили 19 тысяч. Так, я хочу купить... А, у нас колеса максимуме, смотри, ребята. Я хочу, конечно же, купить защитку. Но защитку, на защитку пока денег нету. Ладненько, поехали так еще раз съездим. Заработаем денежек. Вот. Хорошо. Я сейчас ускоритель включу именно в том месте, в котором нужно. Да. Спасибо скромному. Он мне подсказал, что ускоритель надо включать только... В конце. Да, да, да. Ускоритель мы будем включать только в конце. Хорошо, сейчас мы попробуем еще раз. Давай, 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 увеличивай. О, все, экономим ускоритель, потому что ускоритель нам потребуется очень сильно скоро. Надо запомнить еще в том месте, в котором мы нам нужно его включать, ускоритель, я уже и не помню. Ну, где-то здесь, да, где-то здесь. Вот здесь уже можно... Потихонечку включать ускоритель. О, ах ты черт, смотри, как оно помешало мне. Давай, 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 давай. Ускоритель закончился, она еще машину перевернула. Боже мой, что же такое творится-то, а? А, ну машинка еще пока живая. Ну все, закончился бензин. И на этом же месте мы и закончим. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.